Дети – участники дорожного движения. Они и водители велосипедов, и пассажиры, ну и, конечно же, пешеходы. И все как один усваивают, казалось бы, самое легкое правило. На красный сигнал светофора стой, на зеленый иди, а дорогу можно переходить только по зебре и не забывать посмотреть по сторонам. Об этом школьникам еженедельно твердят сотрудники ГАИ. За каждым образовательным учреждением города Ленинск-Кузнецкий закреплен ответственность сотрудника ОГИБДД для принятия участия в просветительских мероприятиях по безопасности дорожного движения, для повышения у детей уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, привитие им навыка безопасного поведения на дорогах. Именно соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности на улицах города. Свою цель инспекторы ГИБДД выполняют на 100%. Главное, чтобы дети понимали, что такое хорошо, а что такое плохо на дорогах. Внедрить элементарные правила дорожные полицейские стараются через познавательные игры и акции. В целях развития у детей и подростков навыка безопасного участия в дорожном движении регулярно проводятся пешеходные экскурсии и акции «Шагающий автобус», в ходе которых обращается внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршрутах безопасных пешеходов к образовательным организациям. Всего за 2018 год прошло 58 профилактических акций. В них приняли участие более 6500 ленинск-кузнечан. В этом году планируется провести 64 профилактических мероприятия. С начала 2019 года проведены две профилактические операции «Каникулы» и «Засветись», в рамках которых проведены акции «Я образцовый пешеход», «Светлячок жизни», «Флешмоб», «Сбавь скорость», «Автокресло лучше всех игрушек», «Ремень безопасности», «Мастер-классы» и конкурсы по изготовлению световозвращающих элементов и другие. Проведен городской конкурс поделок из световозвращающей ткани «Чем ярче, тем безопасней». Также конкурс среди педагогических работников на лучшую методическую разработку «Изучаем ПДД». Работа активно ведется и с родителями. Регулярно на дошкольных и школьных собраниях инспекторы ГИБДД поднимают актуальную и очень серьезную тему. Помогают в организации всех мероприятий юные инспекторы дорожного движения. В Ленинске-Кузнецком работает 17 отрядов ЮИД, что составляет 256 человек. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.